Приветствую всех. Меня зовут Аделина, мне 21 год. Я начала заниматься спортом 1,5 года назад. Поначалу мои тренировки были в домашних условиях. Упражнения я, как и все, смотрела в интернете. Это были самые простые упражнения. Я не умела их комбинировать. У меня был список упражнений. Я просто шла и выполняла их. И прогресс был, конечно, незначительным. Чуть-чуть совсем я видела каких-то изменений. Вот, и я стала дальше искать информацию в интернете до тех пор, пока я не наткнулась на одно из видео Егора про тренировку голени. Это видео полностью кардинально изменило мой подход к тренировкам. Они стали более целенаправленными, они стали правильными, обдуманными. Я стала понимать, что я делаю. Также у меня появился блокнот, где я постоянно слежу за своим прогрессом и увидев вот скажем, очень значительные изменения за такой короткий срок, мои друзья, мои знакомые, посетители зала, в котором я занимаюсь, они обратились ко мне за помощью. Некоторых я тренировала, некоторых более заинтересованных я направляла на сайт, на канал в Ютубе Егора. И на данный момент я являюсь фитнес-тренером. И каждого своего подопечного я тренирую, исходя из принципов моего наставника. Также есть у Егора сайт, Hashim Gym называется, где он пишет и выкладывает статьи насчет тренировок, насчет здоровья. Я их изучила полностью. Потом в какой-то момент я поняла, что этой информации мне просто недостаточно. И я углубилась в более детальное изучение спортивных, скажем, тематик, физиологию, анатомию. И также на этом сайте есть статьи, посвященные здоровью позвоночника. Я не являюсь исключением. У меня тоже есть некоторые искривления, но тем не менее, лучше всегда работать над собой, чем сидеть, ничего не делать и при этом жаловаться на жизнь. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. Это будет моя первая тестовая тренировка, из 5 упражнений. Приятного просмотра! Добро пожаловать на мою первую тестовую тренировку. Я представлю следующие упражнения. Приседания, жим штанги лежа, подтягивания, отжимания от брусьев и отжимания от пола. Перед каждой тренировкой первым делом идет разминка. Разминка на кардиотренажере, которая длится около 5 минут. В данном случае я выбрала эллипсоид. А затем идет общая суставная, включающая в себя махи, вращения, никакой растяжки. Растяжку я выполняю после тренировки. Также в разминку входит экстензии, чтобы разогреть спину перед основными базовыми упражнениями. Обычно я выполняю 3-4 подхода с малым весом, постепенно увеличивая, на 12-20 повторений, в зависимости от веса. Итак, первым упражнением идут приседания. Я загрузила 30 килограмм на мой вес 50 килограмм. Спасибо.
Следующим упражнением жим штанги лежа. Я его особо никогда не делала, только в редких случаях и в последнее время, чтобы увеличить силу. Вес я поставила 25 килограмм. Очень важно между каждым подходом обогащать себя водой. Вначале я часто себе напоминала, но сейчас это уже перешло в некую привычку и даже в потребность. Далее в моем списке идут подтягивания. Затем я добавляю отжимания от брусьев. И в завершение сегодняшней тестовой тренировки я выполнила отжимания от пола. В конце тренировки я выполняю 2-3 подхода гиперэкстензии. Затем опять сажусь в кардиотренажер на минут 5. Темп устанавливаю от сложного к легкому, так как моей целью является успокоить сердце. Вообще заминка всегда включает эти два этапа. Вторым является растяжка, которую я не делала в начале, работающих сегодня мышц. Иногда, если я чувствую дискомфорт в спине, я выполняю гимнастику Егора для профилактики. И первые 20 минут после заминки я съедаю какой-нибудь быстрый углевод, чтобы поднять инсулин. Конечно же, предпочтительнее фрукты, нежели конфеты и прочие сладости. Но уже у кого что есть и кто что хочет. Вот, на этом все. Благодарю за внимание. В завершении я хочу сказать, что на самом деле нет ничего невозможного, независимо от вашего типа телосложения. Важно
грамотно и правильно подойти к решению вашего вопроса. И я хочу, Егор, я хочу выразить большие, просто большие благодарности за от всех ваших учеников за ваш труд, усилия, за оптимизм, за то, что вы нас всех вдохновляете. Спасибо за то, что сделали спорт интересным, правильным. Мы стали понимать, что мы делаем. Я изменила полностью свои тренировки, подход к тренировкам. И я желаю вам столько радости, сколько вы приносите нам вашей активностью. Спасибо большое.